Добрый день. Мы записали несколько таких общих уроков по обществознанию. И для чего? Это не то, что альтернатива школьному курсу. Совсем нет. Это вот именно что такие вспомогательные, можно считать, курс. Ну, кому это может помочь? Ну, мне бы, если бы кто-то подготовил, когда мои дети учились, и я бы вот посмотрел такой курс, мне кажется, было бы полезно. Это уроки для, может быть, для родителей, для тех, кому ну, некогда там книжку читать по обществознанию, чем там занимается их ребенок, но вступить в диалог, помочь что-то уже при помощи своего опыта, он может. И просто нужно как-то по-другому рассказать, что же там в курсе содержится и даже не содержится, а что вот может быть, там и упущено. Как? Это первое. И вторая цель все-таки, ну, как бы сказать, очеловечить, что ли, этот курс, потому что то, что вот я увидел там, очень много такого, как будто это писалось для отчета перед, не знаю, федеральным собранием, что у нас там в учебниках по обществознанию. Потому что если все-таки семья – это то, что вот вокруг меня, а не семья, ячейка общества, в всяком случае, начинать не с этого нужно рассказ. И тут помочь, опять же, родителям, о чем можно говорить, как быть ближе, как быть вместе при изучении этого всего. Вот мы и хотели дать такие инструменты. Ну, а как получилось, вам судить.